На сегодня, 12 февраля этого года, Национальный банк Казахстана изменил курс тенге по отношению к мировым валютам Форекс, отмечают эксперты издания «Биржевой лидер». Какие были внесены изменения в котировки Национального банка и по каким причинам, постарались выяснить журналисты «Биржевого лидера» у трейдеров Академии Мастер Форекс и экспертов компаний RVD Markets и Тусар Эфи. Эксперты брокера RVD Markets рассказали журналистам, что, как видно, курс тенге на рынке Форекс продолжает падать практически ко всему спектру валют на фоне укрепления последних по отношению к доллару США. Также эксперты компании поведали, что на рынке Форекс во вторник фунт стерлингов, канадский доллар, австралийский и новозеландский доллар к доллару Америки укрепились, а евро, японская иена, швейцарский франк снизились. Таким образом, евро упал на 54 пункта, японская иена снизилась на 62 пункта. Фунт стерлингов укрепился на 94 пункта от уровня 1,6392 до 1,6486. Как видно из графика, австралийский доллар и доллар США, представленным брокером Тусар FX, курс австралийского доллара продолжает укрепляться к доллару США и, пробив важный уровень сопротивления, вплотную приблизился к следующему важному сопротивлению, пробой и закрепление над которым продолжит укрепление до следующего сопротивления.